have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, у нас уничтожить ядовитые растения до сих пор не выполнено, погодите, они у нас где-то остались, где? Я думал, что я уничтожил их все. Надо поискать, у нас был небольшой перерывчик, да, я знаю, но я смотрю, что вам эта игрушка очень понравилась, и мне она, кстати, тоже очень понравилась. Тут наши с вами мнения полностью совпадают, поэтому с удовольствием возвращаемся сюда. Я тут, кстати, не то что в комментах, а в этом дали... Формируется группа, ну хорошо. Дали совет, в загрузке дали совет, мол, чел, ты бы не забывал кормить и лечить нашего большого друга, но... А, мертвые растения... Убрать. Фига себе. Это будет считаться, что они разносят или нет? Он нам пока не доверяет, наш, собственно, друг, чтобы мы его кормили и чтобы мы его лечили. Ой, грибы. У них еще и разложение, елки-палки. Ну, хорошо. Катапульта. Еда для... Так, показать взаимодействие. Ладно, посмотрим, разберемся, посмотрим. У нас разведка пошла. Супер. Давайте я им приоритет подниму, чтобы кто-то пришел их наконец-то срубил. Я хочу, чтобы это задание выполнилось. А исследуйте лучше... А, автоматизация сбора для колодца, улучшить один из них при помощи... Точно, я же улучшал, пардоните. Производство. Автоматизация сбора. Вот. Улучшаем. И тут тоже надо будет автоматизировать. Посмотрим. Так, это камень и дерево. Там даже не плиты, ничего такого не надо. Хорошо, это выполняется. Вот это. А узнать бы, где они еще остались. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Вот эти пусть у нас соберут. У нас есть люди, которые... отдыхают, я не помню. Бездействует. В смысле, а каким образом у нас люди умудряются бездействовать? Надо всех запрягать потихонечку в работу. Так, у нас тут два человека. Тут нехватка. Погоди. С воды мы сняли, сейчас его автоматизируют. Необходимые материалы, но их принесут. Так, тут у нас исследование, да. В смысле, а вы, красавчики, чё? Так, в деревенский лекарь. На кухне еще одного человека, пожалуйста. Достаточно рабочих. Ты на кухню пойдешь или нет? Тут. Погоди, так засейте, ребят. Какого фига? Труженики. Ладно, сейчас посмотрим. Я пока не вижу... Открыть карту. Давайте вот сюда сходите, отправить разведчиков. Доступных разведчиков нету. Так. Сюда пилораму нужно точно. Что мы можем... Так, иди сюда. Чтобы я постоянно видел, что я могу построить. Люди голодают. Какого фига? Иди поешь. Кладовая, кухня, ферма, ягоды. Давайте плантации кукурузы.
давно оно уже просится, чтобы мы его сделали. Так, здесь у нас снова есть очиститель. А, давайте мы очиститель тогда вот тут вот влепим. Во-во-во-во-во, у нас спиливает последнее растение. Не последнее. Значит, где-то есть еще. Это максимально печально. А как мне их найти? Так. Готовы к спору. Понятно. Как мне найти тогда больные эти поросли? Мы по какому-то месту идем интересному. Тут ягоды, тут камни. Ну, камни же не могут быть заражены. Не могут. Деревья, они бы показались, если бы были зараженными. Как мне обновить поля? Недостаточно ресурсов. А почему? Вода. А, у меня воды нету. Все из-за этого? Вы все ждете воды? Ну, сейчас автоматизация получится завершиться. Окей. Я понял. Уничтожьте ядовитые растения. Ну, елки-то палки. Где? Я думал, что я уничтожил все. А, вот еще осталось. Давайте вот это еще уничтожим. Надеюсь, что это последнее. Что у нас там по экспедициям? Они ходят, не ходят? Уже разведали, отлично. Давайте в этот. Они возвращаются, но мне при этом никто ничего не говорит. Так, сейчас вот эту штуку соберут. Очиститель. О, у нас кусты появились. Круто. Фонтанчики. Ой-ой-ой-ой, тут прям красиво. Все, да, это было последнее, наконец-то, блин. Из-за трех сморчков вот этих вот мне квест не выполняли. Вода пошла автоматизироваться? Производство, отлично. Производство воды, значит, производство... Тут не хватает человека. У меня прям реально нету лишнего человека на кухню? Так, тут у нас работает двое. Они сажают. Все, хорошо, нормально. Здесь... Ладно, фиг с тобой, пусть работает один. Тут не хватает ресурсов, это тоже, в принципе, понятно. Сюда потихонечку носят. Мастерская плотника. Угу, супер. Так, что мы можем... Очиститель. Мне надо, чтобы его построили. Сейчас на него принесут плиты. Воду носит сюда, воду носит туда. В принципе, так, экспедиция пошла. Чем можем интересненького построить? Дом исследований. Новые здания и технологии. Он у нас есть? А, ну да, да, собственно, вот он. Что это я? Так, кладовая у нас вроде как есть. Кухня, ферма. Фермы, по-моему, у нас нету. Сборщик навоза. Мне кажется, да, я его строил. Тут у нас не хватает человека на эту грязную работу. Откуда мы можем сейчас снять человека? Давайте... Может быть, с лекаря снимем? Давайте одного лекаря пока что снимем, пока все здоровы. А, тут тебе что нужно? А, тебе нужно требушок кормушки, мне, чтобы... мне нужна кухня для онбу. Окей, я понял. Ты вернулся, и они принесли соль. Отлично. Вот тут мне все пишут. Сборщик навоза построен. Сюда человек идет. Хорошо. Ну, получается, будем каким-то страшным образом извлекать фекалии из нашего друга Алька и... Мастерская плотника, мастерская каменотеса. И то у меня в наличии. Грибы уже собирают, требушет, кормушка есть, онбу кухня. А онбу кухня... А, вот она. Да, сюда нужны грибы.
Получается... Мне, получается, грибы понасобирать. Давайте понасобираем. Я увижу сейчас еще. Они быстро очень разлагаются. Их надо находить и моментально собирать, если выйдет. Так, тут у нас что-то расти начало тоже хорошо. В смысле, а что это за... Паф, смерть. Причина смерти. Смерть от голода. Время... 29-й день. У меня умер человек от голода. Из-за того, что у меня было недостаточно автоматизирована вода. Прикольно. Так, здесь у меня не хватает человека в очистителе. Вы хотите кушать на самом-то деле? Чё вы? В очиститель одного поставлю, если что, если получится. А, знаете, что? С плиток можно снять одного. Он даже не сюда пойдет. Так, собиратели ягод тут. О, вернулись, принесли хлеб. Супер. Можно отправить их вот сюда. Уже разведали. Место сна для онбу. О, это отлично. Давайте в карьер отправим. Вот, Паф умирает от голода. То есть мне бы нежелательно, на самом деле, чтобы у меня люди... Вот они не едят. Потому что что? Ну еда же есть. Вы же ягоды там собираете. Кухня работает. Кухне не хватает сырья. Здесь нужны ягоды. Принесите там ягоды. Травы. Я не пойму этой фишки. Где этот человек? Вот он. А, вот, повар пошел за ягодами. Забрал ягоды, пошел готовить. А, лекаря можно, наверное, пока что законсервировать. Да, вот пусть сюда идет человек. Хорошо, кухня начала готовить. Все, супер. Ягодные мюсли у нас на обед будут. 16 хлеба. Это они уже шли. Сейчас они еще там ходят до сих пор. А сюда на онбу кухни я вполне могу одного человека оставить. Тут они грибы переваривают в это. Этот сможет 20 штук отправить потом нашему онбу. Все, короче, ладно. Дело потихонечку идет. Исследовательское тоже потихонечку. Ее тут нельзя человека убирать, иначе будет все очень медленно. Где там тот перекресток? На юг нам бы, наверное. Не доверяет, отлично. То есть вот это все говорить пока что бесполезно. Можно, на самом деле, еще одну хижину разведчиков. Нам людей не хватает. Нам бы еще побольше людей. Четырнадцать камня принесли. Супер. Сюда сходили, сюда сходили. Вон туда, в город, далеко сходим. Может быть, там люди будут. Очень хотелось бы. Хорошо, потихонечку идет. Не так хорошо, как мне хотелось бы. Но идет.
Проблема, наверное, самая большая на данный момент лично для меня, что я не могу просто спавнить людей. Мне приходится их каким-то образом выжидать. Ого. А, это экстерминатор. Очиститель, рабочее место в резерве. Он будет ходить и выжигать. Это, вот это прикольный чел, мне нужен был тогда. Ну хорошо, сейчас есть, есть. Тут у нас все потихонечку завязывается. Воду носит этот. Голодает. А, все, поел редиса. Он заходит, он даже на кухню не заходит, он заходит, просто редиса поел. Плохое качество еды, недостаточно украшений. Давайте насчет украшений, знаете, что сделаем? Сделаем уличный фонтанчик. Вот тут. Скоро, кажется, в пустыне. Этот биом с очень жарким, сухим климатом. Кондиционные колодцы здесь не будут работать, а свекла не будет расти. Пусть не хорошо растут кактусы, которые являются альтернативным источником воды. Следуйте и посадите их на одной из ваших ферм. Следовать, я их уже исследовал, посадить кактусы. Как мне руководствоваться, что именно садить-то? А, погоди, растение, свекла, кактус. Тебе удалось найти бесперебойное производство воды в пустыне. И теперь ты можешь выращивать культуру в сухом климате. Исследуй и посади кукурузу на одной из своих ферм. Сажать и собирать. Мне нужна еще одна ферма, я так понимаю, да? А, вот кукуруза у меня сейчас доисследуется. Все, хорошо. Так, ну в принципе, это работает. Эти ребята далеко ушли. Ладно, ждем. На очистителе недостаточно ресурсов. Желчь, онбу и биогаз нужен, я понял. Онбу. Так. У него рог сломанный. Прикольно. Фонтанчик, кстати, построили. Украшений людям все равно мало. Желтые. А, погодите, может это вот так работает? Нет, подожди. Не там. Хороший столбик. Большой куст. Я не пойму, это хороший или плохой эффект на них создает. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Дом травника. Так. Лечит болезни жителей деревни. Отлично. То есть это пойдет в медпост, и медпост... Ну, в принципе, да, хорошо. Перекресток сомневается, куда идти дальше. Я теперь, кстати, понял, зачем мне говорят, когда он был порожняется. Имеется в виду, вот, смотрите, 20 из 100. Мы что-то собрали. Да, да, мы собрали немножечко фекалюшек. А что, если мы немножечко приоритет поднимем? Да, фиг с ним, давай на 3.
Достаточно ресов, но таких принесут сейчас, это не проблема. Аптека и компостная куча. Давайте онбу аптеку сначала сделаем. Кукурузу мы посадили. Так, ну, в смысле, свекла. Вот, кукурузу давайте. Посевы не всходят при текущей температуре. Давайте тогда дальше пока что свеклу копать, пока мы не все голодать не стали, а потом уже будем разбираться. Чего тебе не хватает? Сырья? Хорошо. Вот это надо было, наверное, ближе к ферме. Но тут ничего не поделаешь. Катапульта. Тут тоже пока ничего не поделаешь. Что у нас по... Идут. Идут. Хорошо. Осталось две древесинки притащить. Сюда, сюда четыре древесинки. Короче, дерева не хватает. Он сейчас пойдет вот это рубить или куда? Тут камни. Прикольно, что показывают путь, куда он собрался. Так, это все наши ресурсы, да? Соль, травы, плиты, камень, дерево. Это у нас именно доски, а древесины не хватает. Хлеба вообще нет. С едой полный трындец, потому что еды нету. Зачем ты камень несешь? Ну, то есть, да, еда у нас вся уходит в ноль, как только собирается похлебка, она тут же расходится, и... Давайте на ферму еще третьего человека отправлю. Голодают, голодают, все голодают, блин. День 31, он бы зевает. О, это тоже классно. Интересно, зачем нам это понадобится? Знать, когда он зевает. Значит, он приготовил блюдо и сам его схавал? А, это вот этот приготовил, а это сказал. Теперь он ждет, когда ему принесут еще ягод. Все, ладно, я понял. Люди собирают воду. В общем, ту ферму, где я... Ух ты, ё. Он зевнул и пошел спать. Так, развед скоро вернется. Пока он спит, надо будет сходить. Я вот что думаю... Ты воду носишь аж сюда. Давай мы тебе тут склепаем водохранилище, и оно будет автоматическим. Если получится такое сделать. Мне бы еще деревья посрубать, да, наверное? Получится. Да, проблема в том, что мало людей, некому это все делать, а снимать людей с других заданий как-то некрасиво, что мне и так не хватает нигде никого. С другой стороны, наверное, с катапульты можно пока что снять человека. С онбу кухни, наверное, нет. Терминатора можно было бы сжечь, но я потом боюсь, что я не найду свободного человека, когда он мне резко понадобится. Поэтому, наверное, здесь я воздержусь. Повар приготовил... У меня есть 6 порций? Ягодные мюсли. Осталось 6.
Экстерминатор пошел хавать. И здесь у нас чего не хватает? Склад полон, дом травника. Наверное, тогда... Погодите. Ферма, собиратель лего. Да, у меня просто с... кладовая. Минуточку. В кладовой. У меня же есть кладовая. Да, есть. А сюда нельзя ложить травы? Сюда может только еду ложить. Я понял. Тогда... консервируем. Переселенцы. Ты встречаешь группу переселенцев, ищущих новый дом. Позволить взять к себе, конечно же. Вы что? Мне как раз нужны новые люди. Плюс 2 здоровых жителя и плюс 2 голодных жителя. Принять. Супер. Плюс 4 человека. Я этому крайне рад. На ферму работать. Так, мне получается... Сколько домов-то не хватает? Не то. Я пошутил. Пост рабочих, дом. Давайте еще парочку домиков клепанем. Достаточно. Для всего нормально, все будет. Нам добавилось 4 человека. То, что они сейчас похавают, это нормально. Реально, травы у нас очень много. Навоза уже 20. Вода у нас потихонечку фонтанирует. Сюда... А, уже сюда практически все снесли. Мне только древесины не хватает. Давайте, может быть, вот эти тоже нафиг срубим, потому что... Еще древесинку тащат. Так, с грибами немножко разобрались. Нет дома, но дом тоже скоро будет, это не проблема. Этот, наверное, я зря так поставил. Вот сюда. О, тут вазончик наконец-то поставили. Сейчас вот тут разберутся с большим кустом. Что-то можно еще... кустик в желтом горшке вот сюда вот можно еще поставить. Опять древесина, все в древесину упирается, у меня ее достаточно мало. С камнем мы разобрались, с плитами разобрались, а древесина просто... Оп. О, поставили. Автоматизировать сбор, пожалуйста. Опять 5 древесины. Ты чем недоволен? Голодает? Какое качество еды? Ну, сюда еще древесины притащили, супер. Сейчас вот тут порубают и будет попроще немножечко. Че у нас с фекалюшками? Ждем? Ждем, ладно. Вот так, нам нужно... Большой котел на 100%, при этом затрачивается один дополнительный ресурс. Ларек с едой. Продовольствием жителей дальних краев. О, вот это, кстати, было бы неплохо. Его бы прокачать. Хорошо. Ваяние. Значит, использует лучшее украшение, улучшенное украшение, чтобы немного повысить привлекательность ближайших домов. Озеленение. Искусство. Вы не понимаете, это искусство. Каменные дороги. Стоп, амбар. По 250 каждого. Материалы. Каждого продукта. Вот это нам еще нужно, кстати. Хижина нужна. Блин, все нужно. Давайте хижину прокачаем. Нам нужно и хижина, и ларек с едой. Thank you.
под личиновик, пшеница, плантации помидоров. Никакие вещи хорошие. Труженики увеличены максимальное количество работников в этом здании. Повышает урожай всех культур в этом здании. Ёлки-палки. Автоматизацию сбора мы уже качнули, да? Ускоряет производительство в этом здании 100%, увеличивает инвентарь на 50%. Прям хорошо. А тут все нужно, получается. Лесопилка. Производит древесину. Добывает камень. Не вот это бы, наверное. Черт, ладно. Все хочется. На каждое тыкаешь, и все хочется. Вот еще кто-то умер от голода. Серьезно, у меня люди, у меня и так мало людей, и люди умирают от голода. Какого черта? Так, открываем карту. Куда мы пойдем? Давайте вот сюда вот сходим. Может, мне еще людей принесут. Да, за сегодня у меня уже двое умирают от голода. Так, тут у меня 4 человека пашут. Все четверо впахивают, отлично. Могу сюда еще одного добавить? Не знаю, откуда он возьмется. Но попробуем. Потому что голодные очень многие. Эти деревья понесли. Хорошо. Тут дерево, камень. А что бы тебе не принести-то дерево? Дружище, стой. Зачем? Принеси сразу сюда, пожалуйста. А, он бы ветеринар. А, отправляет рабочих лечить он бы от яда и других болезней. Надо, конечно, но подожди. Мне бы... Чтобы мои люди не голодали. А, смотровая вышка. Не понимает пищу в этом здании, и еда остается в хранилище. Давайте, наверное, вот это. Вот, а потом посмотрим. Палатка построена. Сюда древесины осталось немножечко. Так, а, это плохое качество еды. Типа то, что вы сырую репу едите, это про это, что плохое качество еды. Ну, тут ничего не поделаешь. Давай еще одного повара сюда отправлю. Не хватает сырья делать доски, я тебя понял. Принесли дерево, он моментально побежал за тем, чтобы его хватать и делать доски. Ну, в принципе, это его работа. Он спит? Спит. Недолгое повышение температуры. Краткое повышение температуры. Сорян. Так, рост растения влияет. Ну, хорошо. Давайте немножечко ускорим. Блин, может еще один дом исследовать. Вон бы аптека. Опять древесина нужна. Все, конечно, классно, но... Я бы сначала справился с тем, что у нас сейчас есть. То, ну, ты не можешь давать прямые поручения людям. Ой, дождик. Капает на лбу, повышая влажность. Супер. А что мне это дает? Вроде ничего такого. В
Всем хотелось бы больше украшений. Давайте я тут цветочную клумбу сделаю. Что все древесину требует. Так, ладно, переселенцы, взять, конечно. Плюс здоровье, 2 голодных, 2 здоровых принимаем. Так, исследуйте озеленение, размещайте украшения рядом с жилыми домами. Пока ценность украшений минимум 3 домов не достигнет 3. А, я понял. То есть украшения все-таки, да, они влияют именно таким образом. Тогда вот это бесполезно, и вот это бесполезно. Отлично, они их разбирают. Мне нужно, чтобы вот этот вот фонтанчик вот здесь вот поставили. А желтые цветочки в горшочке. Давайте вот здесь. Вот тут вот все кустиками засадим. Разными. Ох, это все деревом не станет. Ну ладно. Почему это мы идем? А, это повышенная жара. Засушливая, я понял. Так, мне придется, наверное, провести некую вырубку. Что-то дерево тут надо будет просто немерено. Так, мне нужна новая экспедиция. Давай сюда отправим разведчиков недалеко. Открыть. Так, ларек с едой я построил. Ресурсы. Я бы лесопилку взял. Сюда несут, хорошо, тут построили. Всем теперь украшений. Ого, ого! Неразнообразная еда, голодает, ух ты ее. Так, ягодные мюсли, свекольник, мамалыга, свекла-то у нас есть. Так, а мамалыгу из чего у нас делают? Из кукурузы, у меня сейчас нету. Давай тогда свекольник делать. Значит, получается, может быть, надо две разные кухни, в которых будут готовить два разных блюда. Так, бродя по пустынным равнинам, разведчики сталкиваются с разведчиками из другого племени. Они хотят основать новое поселение и просят тебя помочь им построить колодец, так как поблизости нет воды. Минус 20 каменная плита, в хранилище 50. Я бы отдал бы на самом деле. Держите, ребят. Они довольны твоим щедрым предложением, но отказываются, поскольку должны заботиться о своем собственном народе. На прощание они дарят вам кое-что из рюкзака. 45 воды, плюс 4 знания. Ну, в принципе.
принципе, нормально. Потому что у нас с камнями и с каменной плитой сейчас тоже нормально. Поэтому, я думаю, вполне терпимо. Поехали вот сюда. Нам города очень важны, потому что это, возможно, принесет нам новых жителей. Сейчас мы лесопилку исследуем, потом мы исследуем новый тип домов, которые мы будем строить. Низкое качество жилья? Что, блин? Так, сюда можно еще одного человека. У нас появились люди. Низкая эффективность. Понял. Засушливо, потому что. Понял. Жарко, тогда меняем на кукурузу. А чё стоим-то, ребят, работаем. Кактусы. А кукуруза не годится, да? Так, грибы приносят потихонечку. 22 из 63. Хорошо, хорошо. Разведчики вернулись? Открыть карту. А, мы в эту сторону пошли. Давайте в оазис. Теперь. Ларек с едой. Дальние поселения. Многие из жителей голодают. Один умирает с голода, другой умирает с голода. Потребности жителей населения умирают, умирают, умирают. В смысле? Подождите! Смотрите, сколько народу с голоду померли. Достаточно рабочих. Кактус-то может считаться едой или нет? Так, погоди, свекольник, нафиг. Давайте грибную похлебку. У нас много грибов, ну, относительно много. У нас они выращиваются там неплохо. Многие жители. Еще один умирает с голода. Вообще офигенно. Несите грибы, делайте похлебки. Вот эту проблему надо решать, потому что, ну, мне казалось... Снижение численности населения, потребности. Еще один умирает с голода, вообще офигенно. Так, ладно, я понял, с этим надо что-то менять, с этим надо что-то делать. Но, так, засушливо. А когда мы вообще спим, блин, мы путешествуем по пустыне, офигенно. Так, хижина, склад, давайте хижину. Кактус не является едой, да? Да, хорошо. Uh,
Чувак, ты грибную похлебку несешь, нет? Несет, смотри, сейчас приготовим. Голодает. Так, ее сейчас сделают. 5 штук сделают, да, из 7 грибов 5 похлебок. Этот поел, все хорошо. Мне кукурузу сажать надо. Я могу ее тут сейчас сажать? Я понимаю, что мне нужны 2 фермы, в каждой из них будет что-то свое отдельное. Кукурузу, да, ее можно сейчас сажать. Сюда надо. У меня нет столько людей, чтобы сюда столько отправить. У меня как раз эти фермеры и померли все. А, тогда вот это сюда. И сюда одного человека отпустим. Еще один умирает с голоду. Просто суперски. Что вы принесли? Воды 49, я понял. А, потому что в оазис ходили. Ага. Давайте еще в этот оазис сходите. Выращивают кукурузу, но, блин, долго. Смотрите, сколько народу погибло. Мне 12 человек осталось. Это уже полностью все нефункционально. И это обучение. Это обучение. Короче, я понял мою проблему. Я всего построил по одному. Нужно было изначально больше озаботиться именно количеством еды производимой, именно количеством всего этого. Разведчик вернулся, воды 33. Я понял. Думаю, тогда я не буду ждать полного вымирания населения. У меня тут осталось 11 человек, но с 11 людьми я сейчас уже ничего не выкручу, потому что у меня слишком большое хозяйство и слишком мало людей, которые могли бы этим всем управлять. Давайте тогда вот эту обучающую серию мы здесь закончим. Я понял свои ошибки, ну и мне так кажется, что я понял, что нужно гораздо больше озаботиться именно пищей, разнообразием пищи и то, как оно все будет происходить. Нужно 2 кухни с разными блюдами, нужно 2 или 3 фермы, грибы нужно ставить ближе. Короче, все вот это вот нужно сделать более грамотно. Давайте в следующий раз мы начнем новую игру, не обучающую, а обычную уже. И вот смотрите, копал, бах, умер. Все, ну то есть это был мой последний фермер. Да, все. Это вот деревня уже, к сожалению, обречена. У меня вот осталось 6 человек. Просто забейте. Начнем в следующий раз заново. Начнем уже не с обучающей, а с обычной, потому что более-менее нас научили, что здесь происходит. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодышек. Всем покеда.